Всем привет, и мы в Киеве на неделе моды. Сделаем видео, покажем, чем занимаются модели на этом мероприятии, как это все происходит. Записываем в машине, это самое тихое место здесь на самом деле. Всем привет, меня зовут Лера Ковальчук, я модель PM Models, и сегодня я в очередной раз принимаю участие в Ukrainian Fashion Week. Сегодня я ходила на показе у дизайнера Яны Беляевой, все очень круто, мне понравилось, и летнее, весеннее, мне кажется, я бы такое носила весной, а не зимой, точно. Вы тоже так думаете? Но она не зимняя коллекция. Да, вот. А вообще у Яны Беляевой очень крутые рюкзачки, и вообще у нее там бэк очень крутые. Однообразно, когда каждый дизайнер во втором уже сезоне делает блестки, штаны клеш, топ и обувь на каблуке, не на шпильке, а на таком более толстом, вот, да. Да, проходила у Яны Беляевой кастинг вчера, это было все здесь же на UFV, в эстетическом арсенале. В общем, ну, я даже не знаю, что сказать, просто это очень круто. Мне очень нравится ходить вообще на UFV, потому что здесь очень много красивых людей, которых можно встретить, посмотреть, и это очень сильно меня вдохновляет на те же видео, чтобы снимать, чтобы делать фотографии красивые, выкладывать на YouTube, на Instagram, там, на все соцсети, которые только возможно, потому что это мне это серьезно интересно, и я очень рада, то, что уже... Третий или четвертый сезон я хожу на Fashion Week и на Mercedes. Да. Скажи, конкуренция большая сюда была? Нет, так как я пропустила очень много кастингов, примерок там и всего, я просто всего этого не увидела, и конкуренции как таковой нету. Ну, мне кажется, так по крайней мере в Украине, потому что за границей, мне кажется, вообще совсем по-другому все происходит. А скажи, денег заплатили тебе? Должны заплатить. Много? Ну вот именно. Достаточно. Я советую другим девочкам просто не бояться, быть уверенной, ходить больше на каблуках, кушать морковку, висеть на турнике, худеть, в общем, поддерживать себя в форме, ходить в зал, в общем, все такое, все, что должны делать модели, ухаживать за собой и так далее. И тогда все будет круто.